Добрый день, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня снова с вами я, Анвар Рустемов. И мы ведем репортаж с лесоводческого хозяйства поселка Луговое, Джамбульская область. Джамбульская, получается, область. И идет у нас вот, мы сейчас выбирает у нас одно хозяйство, его зовут Рустам. Он берет себе 30 хошкаршек. У него 3000 голов маточного. И вот он сейчас резервирует себе 37, получается, кошкарчиков. Оскар, влаядешь? То есть он будет ставить их на свои 3000 голов. Вот. Мы ему дали выбрать, возможность выбрать. Цена в данном случае $250. Это вот первый мой выезд после карантина. Вот посмотрите, какие экземпляры. Значит, здесь материнская линия Хадырджан Шадиев, Шымкентская область. И отцовская линия Куаныша Мактыбаева. Лайга. Да? Город Сарагаш. Если знаете, у него в хозяйстве Афган, Гулливер, там очень большой питомник. И вот с этих двух шымкентских линий получились вот такие ягнята. Лайдаш, лайдаш. И вот он на выбор сейчас взял 37 голов. Но сейчас забирать он их не будет. Будет он их забирать через примерно месяц, потому что сейчас он идет в город, они еще мамку сосут, как бы они еще на молоке. И вот посмотрите, какие экземпляры. Вот так. Вот этот вот поздно родился, но он длинненький, симпатичный тоже. Нехай это надо. Кстати, скоро у нас намечается экспедиция по Алматинской области. Начнем мы с города Шу, потом Хордай, потом станция Копа, Каскелен, Узунагаш и Талгар. Так у нас намечается сейчас экспедиция. Вот такие хошкарчики. Значит, они рождались с 15 марта по 15 апреля. Здесь самому старшему... Март, апрель, не было там, март. 2,5 месяца. А самому молодому 1,5 месяца. Оскар, нехай. Айлян, снег. Так что вот уже на продажу. Но сейчас он их забирать не будет, покупать, потому что они должны еще вырасти. Их сейчас отлучать от мамы нельзя. Если мы сейчас будем отлучать, они сами не вырастут, а у матерей будет мастит. То есть сейчас никто отличать их не будет. Также на продажу есть около 200 голов ярок. Вот их, получается, сестры родные. И в остатке 180 голов хошкарчиков. Ну вот, по-моему, уже примерно ясно, что за хозяйство. Итак, броня кайда болтсин. Жогар кайда болтсин. Вот сейчас еще раз он прогонит наверх. Сейчас посмотрим. Давай, 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 давай. Ну так что вот торговля началась.